Мы продолжаем поздравлять врачей, работающих в ковидной зоне. И сегодня 150 врачей, которые работают в смену, получат подарки от нас. Хочется поддержать этих людей еще и в преддверии праздника. Зная, насколько это тяжело, зная, насколько им хочется, мы можем им сделать приятно. Это самое малое, что мы можем сделать для этих людей. Любое внимание для человека приятно. Тем более сейчас в этой ситуации, учитывая пандемию, когда наши врачи и вообще весь медицинский персонал достаточно в тяжелых условиях работает сутками напролет.